например, его можно использовать для формирования каких-то конкретных участков. Например, там холодная укладка, да, знаете, такие раньше были волны, прям волна укладывается. То есть она используется вот именно с гелем. Либо оформление каких-то прядей. То есть молодежный стиль сюда больше подходит. И если, допустим, его делать на короткие волосы в качестве стайлинга, да, то не рекомендую, потому что он тяжелый гель. Он утяжелит форму всю, и укладка просто вся упадет. Если тонкие волосы, тонкие и не может никак объем держаться, тоже можно использовать гель. На влажные чистые волосы носится у корня слегка по длине, но не переборщить, то есть тоже немного. Его тоже можно использовать под укладку гель, но это только тонкие волосы. Как бы средней, да, такой густоты, и густые не стоит, потому что никакого смысла не будет, не утяжелят, и вообще не сложно будет даже прочесать. Вот, но так он используется в основном уже после укладки, то есть оформления прядей.